Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня мы рассмотрим штатное зеркало с монитором, со встроенным монитором от компании Geyser, моделька MU700. Данное зеркало идет с автозатемнением и подходит к автомобилям Toyota. И давайте рассмотрим комплектацию. В комплекте у нас идет оригинальный гарантийный талон, инструкция на трех языках: английский, русский и украинский. Здесь подробные характеристики, схемы установки, все это указано. Так, далее идет зеркало. Вот такой вот вид имеет зеркало. Крепление полностью регулируется, провод подключения. Вот так это все выглядит. Так, ну и провода подключения также идут в комплекте. Два композитных видеовхода имеются и провода сами подключения. Так, ну и стяжки для монтажа также имеются. Так, сейчас мы подключим наше зеркало. У нас заранее подготовлена камера заднего вида для того, чтобы полностью заценить всю, как сказать, красоту данного девайса. Так, подключаем его, и у нас выводится изображение с данной камеры. Так это все смотрится, разметка, ну полностью все видно. Тем более, как у вас будет перед вами, грубо говоря, висеть это зеркало, вам большего размера дисплея не нужно для того, чтобы увидеть все нюансы или какие-либо преграды при парковке. По характеристикам, здесь размер дисплея 4,3 дюйма, разрешение 480 на 272 пикселя, системы PAL NTSC есть, подключается это все 12 вольт напряжения. И также настраивается яркость полностью. Как мы видим, у нас сейчас автозатемнение включается и выключается. Датчик установлен вот здесь вот. То есть, если его мы зажимаем, у нас чуть приглушается изображение. Вот как видим сейчас. То есть, для того, чтобы ночью достаточно будет и такой яркости, а в светлое время у нас вот так вот работает это автозатемнение. При покупке данного зеркала на него распространяется гарантия. Гарантия составляет 1 год. И также более подробные характеристики и стоимость данного зеркала вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.